Какое 23-е, да? 22-е число. На улице у нас минус 22 ночи. Ой, градусов. Мы поехали ночевать туда, где не ловит телефон. Ну, я думаю, что нам будет весело. Наше место. Вот туда мы уходим, если что, вдруг это последняя запись. Все, готовы? Да. Минус 30. Готовы? Да. Ева, готова? Да. А? Идем мы в свое тихое место, где не будет видеть телефон, где никто не позвонит, где никто не достанет. Вот мы приближаемся к нашему пятизвездочному отелю. Сейчас растопим печь, подготовимся. Также на обратную дорогу заготовим дров. Вот наша фазонда, крутая прям. Ну все, сейчас приступим к делам. Ваше первое впечатление, Матвей Максимович? Ева, ваше первое впечатление? Место мало. А? Места мало. Места мало? Ну, сейчас, я думаю, тут найдем раскладушку, если что. Где у нас бессмертный-то? Тихонечко у нас начинает функционировать отопление. Дети у нас санузел все для комфорта чистят. Пока не. Да. Сейчас она таскает дров. На Еве сразу. Приготовимся мы к приготовлению ужина. Вот, по две у каждого. Вечером, наверное, услышим волков. Как дела, Матвей? Давай. Отлично. Давай это. Сейчас, короче, наш хоть тебе надо сесть. Вот сюда, вот, иди сюда. Вот сюда спиной облокотись, вот сюда вот. Время 21:00. Мы решили прогуляться. Где-то где? Такая жуткая прогулка.
такое эхо вообще. Всем доброе утро. Все ждут кипятка, хотят чай. Как вам спалось? Отлично. Ну да. Какое прекрасное утро. Сейчас пойдем мы гулять по лесу. Отправились мы на уличную прогулку. Вчерашний наш фейерверк. Сын умоляет меня еще остаться сегодня здесь. Да, вон среди видите много. Вот здесь мы видим, что ходил лось. Следы пошли. Вот он до сюда, получается, дошел. И дальше пошел. А, вон, на острове. Че, цепляет? Там следы, как будто медведя. Возвращаемся к самому логову. Ребенок меня очень сильно уговаривает оставаться еще на одну ночевку. Ребенок, ты что, уверен в этом? Да. Будем оставаться сегодня вдвоем ночевать здесь. Почти, да. Все, наша команда нас бросает, остаемся мы одни с сыном на улице минус 24. Пошли мы в свою тайгу возвращаться. Еще один вечер в тайге. Сегодня мы вдвоем с сынулечкой. На улице по-прежнему мороз. Небольшую прогулочку. Добречко времени. На наших часах 10:00. За бортом по-прежнему, наверное, сейчас 28 уже. Печечка у нас топится. Мы в тайге по-прежнему. Играем в банку. Развиваем мозги, отдыхаем от городских моралей. Ну, что можем сказать, просто круто. Так, ну все, мы с сыном собираемся, навели полный порядок. Везде чистота, порядок, дровишка заготовлена. Вот, будем надеяться, что мы сюда еще придем. Мы покидаем свой 10-звездочный отель на эти ближайшие 2 дня у нас был. Матвей, как у тебя впечатление? Отлично. Все круто. Пошли выбираться, вроде за нами должны приехать.